Как правило, с детьми любые занятия проходят в игровой форме. Например, правила дорожного движения в детском саду «Ласточка» ребята изучают ежедневно в разной форме и с самого младшего возраста. Работа по правилам дорожного движения у нас начинается вестись с младшего возраста. В дальнейшем программные задачи всех возрастов усложняются. Здесь это все проходит в игровой форме. Это у нас и досуги, и развлечения, и разные праздники, утренники. Более старший возраст у нас, конечно, уже поактивнее, они здесь хорошо знают все знаки. Привлекаются у нас и родители, у нас проводил физрук недавно конкурс, и тоже приглашались родители. Были заданы вопросы не только детям, но и родителям. Родители активно принимали участие. Кроме этого, с ребятами проводят и серьезные занятия, как со взрослыми. В свою очередь, они ведут себя подобающе. Ведь на самом деле знать правила дорожного движения для них очень важно, так как не за горами школа. А по пути в школу и обратно верными друзьями для них станут пешеходная дорожка, светофор и дорожные знаки. Повтори закон простой. Красный цвет зажегся, стой. Желтый скажет пешеходу, приготовься к переходу. А зеленый цвет иди, нет препятствий на пути. Кроме того, что ребята знают закон пешехода теоретически, они умеют его применять и на практике, что тоже немаловажно.